Букеты, белые банты и первый звонок. Порог школы «Эрудит» в этом году переступило 18 первоклашек. Вчерашние дошколята уже первоклашки. На первой в их жизни школьной линейке прозвучали поздравления и наставления учителей. С новым учебным годом учащихся школы «Эрудит» поздравила директор Алена Валиева. Дорогие ребята, учащиеся школы, я хочу, чтобы в ваших дневниках сияли только самые лучшие оценки. Поэтому в школе у нас нет случайных людей. Сегодня мы пришли сюда не просто так. Дети пришли получать новые прочные знания. Родители радуются успехам своих деток. А вот педагоги отдавать свою мудрость и, конечно же, весь свой опыт знания и частичку души. Разделить радость праздника с педагогами, учениками и их родителями пришли представители российского посольства во главе с послом Маратом Кулахметовым и Министерства образования. Всем школьникам я хочу еще раз пожелать созданий, побед, достижения высот. И самое главное – учитесь, учитесь и учитесь. А педагогам терпения и любить своих учеников. Еще раз, днем знания. Первоклассникам хочу пожелать получать только самое лучшее знание. А всем остальным ученикам я хочу пожелать получать только пятерки в ваших дневниках. А педагогам терпение, терпение и еще раз терпение. На торжественной линейке минутой молчания почтили память жертв Бесланской трагедии. По итогам предыдущего учебного года лучших учеников наградили грамотами. Почетными грамотами также были отмечены особо отличившиеся преподаватели. Старт новому учебному году дан. Почетное право дать первый звонок предоставили десятикласснику Давиду Кочееву и первоклашке Марии Битьевой. Впереди череда уроков и перемен. Интересная жизнь, наполненная открытиями, новыми увлечениями, большими и маленькими радостями. Анжела Кокоева, Александр Кочеев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.